На госуслугах теперь можно оформить сделку по купле или продаже автомобиля. С помощью сервиса можно не только заключить электронный договор, но и совершить платеж через аккредитив. В таком случае банк заморозит деньги покупателя на специальном счете. Продавец получит их после подтверждения регистрации авто в ГИБДД, сообщили в пресс-службе Минцифры. Как отметили в ведомстве, преимуществами оформления сделки через сервис, помимо безопасности, является непосредственно проверка автомобиля на предмет залогов, арестов, ограничений. Важное условие – продавцу и покупателю, которые имеют подтвержденный профиль на госуслугах, должно быть больше 18 лет. При этом владелец машины обязательно должен зарегистрировать ее в ГИБДД на свое имя. В Абакане продолжают заливку катков во дворах домов, на школьных площадках, в парках и скверах. Этой зимой для всех горожан будут открыты 15 ледовых полей в самых разных частях столицы. Как сообщает мэрия Абакана, на данный момент лед готовят на стадионах у городских школ номер 2, 5, 12, 22, 24. В хоккейных коробках на Аскисской 164, Пирятинской 3, Колхозной 45, Крыловой 77 и Дружбы народов 44. Заливают катки специалисты спорткомплекса «Саяны», а в течение всего сезона за состоянием ледового покрытия будет следить спортивная школа по хоккею с мячом Абакана. Лед будут чистить и выравнивать 3 раза в неделю. Также 5 катков готовит абаканское парковое хозяйство. В парке «Баранка», на улице Рублева, в сквере «Заречье» на Нижней Согре, в парках «Преображенский» и «Комсомольский». А в полную силу уже работают ледовые поля на стадионе «Саяны» и возле спорткомплекса имени Булакина. Напомним, на «Саяны» теперь можно купить билеты онлайн, чтобы не стоять в очередях. В Великий Устюг Дедушке Морозу. Воспитанники детского сада «Иванушка» отправили нарисованные письма главному волшебнику страны. В некоторых группах появилась импровизированная почта Деда Мороза. Воспитателям стало интересно, что загадали ребята. Они провели опросы и вот что узнали. Большинство малышей, 76 мальчишек и девчонок, загадали в подарок кукол и машинки. 16 детей – собственные настоящие телефоны. 14 мальчиков – конструкторы. 13 юных спортсменов хотят получить велосипед, скейт или самокат. Саша из подготовительной группы загадал маме новую швабру, а папе дрель, чтобы он поскорее починил розетку. Аня написала, чтобы у Деда Мороза не сбежали олени, а Арсений мечтает полететь на большом воздушном шаре. Есть в письмах детей совсем другие желания, например, чтобы бабушка и дедушка поменьше болели, чтобы мама всегда любила меня, чтобы планету не засоряли, чтобы был мир и папа поскорее вернулся.